С 12 июля вступили в силу новые правила перевозки для несовершеннолетних пассажиров. Некоторые из пунктов стали лояльнее к автолюбителям. Некоторые же, наоборот, строже. Например, дети от 7 до 12 лет теперь могут ездить на заднем сидении автомобиля, пристегнувшись обычными штатными ремнями безопасности, либо в специальном автокресле. Выбор в этом вопросе стоит перед самими автолюбителями. Я как водитель с большим стажем говорю, что именно обязательно нужны сидения в машинах для детей. Ну, на мой взгляд, мне кажется, как вот будущей матери, что это не очень хорошая идея. Все-таки у ребенка должно быть какое-то сдерживающее устройство при аварии, которое могло бы даже не повредить ему никакие органы, чтобы он остался цел и здоров. Это самое главное. Изменения коснулись и перевозки детей старше 7 лет на переднем сидении легкового автомобиля. Делать это можно только с использованием специального детского кресла. С 12 лет дети уже ездят как взрослые на любом пассажирском месте и пристегнувшись ремнем безопасности. Что категорически теперь запрещено, так это оставлять пассажиров младше 7 лет одних в автомобиле во время стоянки. За это нарушение предусматривается штраф в размере от 500 рублей и выше.